26 лет назад. Джи-Йон, почему ты так поступаешь? Да отпусти ты меня уже! Знаю, в последнее время было тяжело. Но я буду стараться. Я стану лучше. Пожалуйста, не делай этого. Ты хоть знаешь, как твое отношение сводит меня с ума? Я ухожу. Не потому, что ты сделал что-то не так. Я просто чувствую, что задыхаюсь. Жизнь не должна такая быть. Я словно в тюрьме. Это туннель без единого лучика света. А как же я? Как же наша Дандан? Считай, что я погибла. Поехали скорее. Скорее отвезите меня подальше отсюда. Дандан. Все хорошо. Все будет хорошо. Ты еще увидишь свою маму. Мы ей скажем, что ей не стоит о нас переживать. Поэтому она должна усердно учиться, пока не вернется. Джи-Йон, береги себя. Прости, что не могу дать тебе больше денег на поездку. Я буду много работать и присылать тебе деньги. Стань успешным дизайнером и воплоти свои мечты в жизнь. Мы из Дандан будем тебя ждать.